Всем добрый день. Мы семья Сергеевых. Меня зовут Вячеслав, Алла, моя супруга. И у нас дочь Мария Сергеева, соответственно, она уже опытный ученик этой школы, Семехаус. И это уже второй год, как она ходит в школу. И, в принципе, конечно, что там говорить, сейчас она чувствует себя уверенным королем, так сказать, резидентом этого сообщества. В прошлом году мы перешли с другой школы в Семехаус. Был, конечно, какой-то переходный период, когда мы не очень понимали, что это за правило здесь, как все происходит. Для дочери, для Марии это было неким новым опытом, и мы очень переживали, как она приживется здесь. Но в итоге этот период адаптации быстро прошел, и сейчас она с удовольствием ходит в школу, именно с удовольствием. То есть там не приходится ее уговаривать, чтобы обязательно нужно там с утра идти в школу, и это какая-то там сложная процедура. В целом ей здесь нравится, и поэтому у нее постоянно есть какие-то интересы, которые сюда влекут. Друзья, занятия, какие-то события, о которых она рассказывает. Каждый день, когда мы ее забираем в школу, у нас всегда на обратном пути какой-то рассказ от нее, что происходило. И, ну и, конечно, интересный подход к тому, как в школе способствовать детей к развитию, к тому, чтобы они обучались, к тому, чтобы они были самостоятельны. Это очень интересно. На нас, на родителях, может быть, это не в полной мере проявляется дома, но просто каких, может быть, яркие примеры из последнего. То, что теперь по вечерам перед сном не мы ей что-то читаем, а она нам что-то читает. Причем это очень интересно. Я несколько раз у нее спрашивал, то есть будем читать? Будем. Я тебе буду читать или ты мне будешь читать? Она говорит, конечно, я тебе буду читать. Ну, то есть вообще не вопрос. То есть, мне уже не интересно, когда папа что-то или мама что-то не читает. Мне интересно, чтобы папа и мама меня послушали. То есть мы там как слушатели обязательно должны присутствовать. Вот. Для нее это большое удовольствие, что она теперь может прочитать. Ее кто-то слушает и как бы рады ее успеху. И, конечно, это не наша заслуга. Мы никак, ни разу я не учил с ней даже буквы. Только иногда поправлял, когда она неправильно их пишет. Но и, соответственно, то, что она уже читает, и ее можно слушать, ей это нравится, это просто очень интересно, уникально. Да. Еще из того, что мы увидели в последнее время, какие-то изменения у нее, это связано с тем, что в школе состоялась закупка, формирование бюджета и закупка, и походы в магазин. Я даже писала на Фейсбуке об этом, потому что Мария была очень под большим впечатлением. То есть она первый раз осознала, что такое деньги, что на них можно купить. Ну и то, что в основном за малые деньги мало что можно купить. То есть пришло понимание, что есть стоимость, что, ну, муж не знаю, это хорошо, плохо ли, но думается, что все-таки это хорошо. Потом, что я хотела еще сказать, что действительно, вот как Вячеслав заметил, мы, по сути, ничего не делали, что удивительно. Ну, то есть мы ее поддерживали, мы, естественно, там развиваем, еще что-то делаем, но это ничего по сравнению с тем, что делает школа. То есть в основном это в основном делает школа. Вот так. И сейчас мы под большим впечатлением, мы были на наблюдении. То есть это когда мы смотрим, что делают наши дети, что делает Мария, в том числе в школе. И хочу вам сказать, что то, что мы увидели, у нас пришло понимание того, какая серьезная работа здесь происходит, насколько сильный педагогический состав. И мы увидели весь этот процесс изнутри. Это нас очень радует. По крайней мере, я под большим впечатлением, под очень большим впечатлением. Я еще заметил, что английский язык используется здесь очень интенсивно. Дома, конечно, только очень иногда включаем английскую речь. А у Марии есть, дома, по крайней мере, она так позиционирует, что английский тяжело, и даже не нравится, и так далее. То есть, понятно, что это такие детские игры, но по факту мы видим, что когда с ней разговаривают на английском языке, она прекрасно все понимает. Она реагирует, может быть, не отвечает на английском, но понимание есть. И я вспоминаю себя в ее возрасте.
То есть это, ну, несопоставимо, да, то есть чтобы я был в состоянии понять какую-то иностранную речь, ну, нет. То есть поэтому, то есть для меня это, конечно, ну, какой-то просто странность какая-то малообъяснимая, как в таком возрасте уже можно быть на таком уровне понимания другого языка. И я понимаю, что на самом деле это понимание, оно заложено уже у нее в голове, в мозг, но она просто сама себе сейчас еще не признается, что она уже понимает больше, чем она сама может в этом как бы сознаться, да, себе, да, и да, нам. Вот если сумел объяснить, вот так сложно.